Так, начинаем мы сегодня вторую серию. У нас продолжается сражение под Афинами. Не знаю пока, к чему все приведет, к победе или к поражению. Надеюсь, к победе, потому что нам нужно Афину отстоять. Ай-яй, немного не так я ударил по ним. Сейчас наши прям на копья полезут. Да офигеть, смотри, тут 40 человек, обессилевшие, все равно... Ну нисколько мы почти вреда не нанесли. Что-то вы опять стоите-то, а? Отходите, что ли? Так, там уже фланговый удар не получится, так что давайте переходить сейчас сюда немного. Нам бы нужно сейчас какой-нибудь какой-нибудь из этих вот отрядов разогнать. А тут вообще, я боюсь, никого не останется. Давайте быстрее, пока у нас еще кто-то есть. Я знаю, что вы обессилевшие. Пока вы будете отдыхать, тут у нас от армии ничего не останется уже. У нас и так уже, я не знаю даже, что у нас останется вообще, когда сражение закончится. И останется ли вообще кто-то? Даже будем говорить так. Давайте отходим, они свои копии развернули. Вытыкаться на копии нам не резон. Да, в этот раз, похоже, не решили довести дело до конца, не отступать. А пытаться нас додавить. Тем более, что это им может удастся. Хотя потерь врага, конечно, больше, 85%. У нас еще есть, в принципе, шанс победить. У нас еще очень много кавалерии. Уже не очень много остается, но все же есть. Okay.
Наш полководец еще погиб даже. Его люди тоже скоро станут пищей для птиц. Давайте, либо мы, либо они, тут уже третьего не дано. Они еще и опыт получают боевой. Пока они не взглянут своими копьями, можно их добивать. Так, ладно, постараемся сейчас еще, может быть, нам удар нанести. Пока отступим. Здесь у нас, в принципе, дело движется. Еще один удар. Так, все, отходим. Они здесь копии вытащили. Теперь давай попробуем здесь атаковать. Где-нибудь у нас, может быть, получится их пробить оборону. Отлично. Здесь нам удалось это сделать. Давайте, напираем, ребята, напираем. Их осталось всего 20. Так, и остается у нас здесь, в принципе, два отряда только. Я же расчихался что-то. И останется здесь, в принципе, нам два отряда только. Давайте, мы уже побеждаем. Вы должны воспрять духом. Да уж, конечно, воинов у нас осталось. Правильно такую армию завалили. Куда он вот этих вот повел? 20? Что, он отступает, что ли?
давать им отступить. После стольких жертв мы что, дадим ему уйти, что ли? О, наш полковой технический отряд уже побежал. Нельзя давать просто так ему отступить в боевом порядке после стольких жертв. По крайней мере, ну, чтобы они бежали, они централизованно отступили. Так, ну и все, здесь остался у нас один отряд всего. Сейчас мы бросим на него все свои силы, ну почти все. Да уж, тяжелейшее сражение было. Конечно, продолжаем битву, мы их сейчас еще и добьем здесь. Все, все, ребята. В общем, безговорочно должна быть героическая победа. Осталось у нас всего 485 солдат. Но все-таки мы это сделали, мы победили врага. Причем в неравных, можно сказать, условиях. Я даже не знаю, почему нам героическую победу за это не дали. Всего одну лычку. Да вообще. Так не... сколько у нас тут. Ну, в принципе, вообще-то три отряда мы только потеряли вообще. Разбежавшимся. Давайте поэтому сразу же. Давайте сделаем вот так вот сейчас. Наймем претарианцев, а теперь будем переобучать. В первую очередь, конечно, переобучим передвижных скорпионов, ну а дальше кого меньше. Кто больше всего пострадал. Так, нам, конечно, еще вот этот конный отряд. Ну ладно, пускай пока. Нас, конечно, следующим ходом опять же атакуют. Но будем надеяться, что это не будут сейчас так сразу опять отряды с агемами. То есть с армией с агемами. Тут я не вижу их, в принципе, поблизости. Так что, может быть, нам удастся отдохнуть даже в следующую осаду. Так, делаем конец хода. Эти поселения не комедии. Ого! Ведь нам еще туда надо пробиться, чтобы его взять. Так, Каралис. Каралис у нас тоже продолжает собираться сейчас армия. Так. А здесь почему у нас опять, что с одного хода осада, что ли? С одного хода у нас вообще не должны уменьшаться еще солдаты. Ощущение, что он уже второй ход нас осаждает. Ну все, в Халкидии нам осталось набрать
только передвижные скорпионы. Но это все равно пока для нас бесконечно долго, я думаю. Так, времени у нас все переобучены уже, да? Да, все, у нас времени все ништяк, все переобучены. Афины. Афины нам, конечно, переобучить не дали. Но главное, что мы их удержали пока. Это важно. Так, Митилен, Колизей. Большой храм Марса строим. Здесь что у нас? Ирригация. То есть сельское хозяйство развивать, пускай развивается на здесь сельское хозяйство. У нас тайный агент умер. Популярность вроде возросла, ваша популярность в вечерней повысилась. Появилась даже какая-то надежда, что люди начнут произносить ваше имя с одобрением, а не только для того, чтобы пугать им детей. Опять бриты нам Сигест осаждает. Как вы мне надоели, бриты, а? Все равно ведь проиграете. Так, а может быть нам попробовать взять не комедию? Так, беспират у нас. Готовы поднять паруса? В атаку! Пошли вон отсюда. Победа! Да, капитан. Соединяюсь с флотом. Так. Да, капитан. Это и кончились, господин. Сажаем магнию вперед. Одиннадцать ходов. Ну там посмотрим, и в случае чего даже штурмом просто возьмем ее и все. Так, в Афинах нам нужно опять делать вылазку. Так, что у нас за армия? Так, ну здесь то есть не такая серьезная армия, думаю, здесь мы немножечко отдохнем, хотя 7 к 5. Главное, что мы выдержим атаку Акем. Смотрим, как у нас что-то получится. А в принципе должно даже получиться. Так, давайте опять вот сейчас мы залезем сюда вот на эту возвышенность, чтобы нам более, так сказать, эффективно обстреливать врага. Так, они нас похоже тоже кем-то обстреливают, только кем? Лучник, я их чуть не вижу вроде бы. Забегаются они в черепаху там. Отходим.
Заходим, пока нас здесь не зажали. Ты посмотри, и эта армия даже сразу не бежит. Тоже будет, что ли, до пехоты дело доводить? Нет, все-таки не выдержали, дрогнули, отступили. Я уж думаю, с этим придется тоже пехоту выводить, чтобы сражаться. Здесь, слава богу, скорпионами дело обошлось. Так, в общем, понесли мы незначительные потери. Враг потерял свыше 600 своих бойцов. Какие-то Дамас или Дамас, как его. Итак, продолжаем, значит, перебучать мы в Афинах. Интересно, а если мы не комедию возьмем, там тоже такая же армия будет. Такие же группировки сосредоточатся селевкидов. В общем, селевкид блокирует наше продвижение как в Греции, так и здесь вот. Здесь бриты тоже. Очень большие армии здесь свои привели. Конечно же, пробиться здесь нереально. Удалось нам устранить селевкидского полководца. Эксперт в убийцах. В убийствах. Вот так вот. Кто умрет сегодня? 37 лет уже. Сколько он на тот свет отправил? Убийца бригада! Что, брит, война так война, да? Блин, не удалось, что ли? Удалось. А удалось, да, успех. А, у них тут два живые начальника. Одного мы убили, один остался. О, Сципион тут значительно уже прижали. Уже Русадир. То есть у них уже немного совсем осталось территории в Африке всего-то. Эх, Сципион, я на вас так рассчитываю, что вы поможете. Ну, пока нет. Нет, 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 нет. Нет, почему ты с селевкидом не воюешь, а именно со мной, а? Бриты. Так, все, орец наш полный опять. Не опять, точнее, просто полный. Кидони у нас сами готово. Делаем, значит, еще одну. Сегеста Афины. Так, что у нас здесь? В Афинах нам все-таки удалось. Вот, я не понимаю, почему вот Афина осаждает также по 103. Сегест даже ход не проходит, осаждает. Тут у нас опять заболели. Ну, действительно, что ли, агент все какого-то засылает. Вот почему у нас там тратится. Так вообще же действительно какого-то агента заслали своего больного. Он заражает каждый раз. Что тебе здесь нужно от меня, а?
Что ж тебе все там не сидится-то в Британии или в Галлии, по крайней мере? Что ж ты все лезешь-то ко мне? Попробуйте. Не удалось, да? Да, не удалось, к сожалению, убийство. Кто умрет сегодня? Пока этим убийц, если. Он покойник. Ого, тут вообще 18% всего. Смерть близка. Он мертв. Зато вот это можем попытаться. Успех. Еще какими-то сягами, уже смотри, как мощный. Так, значит, что здесь? Да, капитан. Здесь плывем мы на мини комедию. Да, да, капитан. Это и сделано, господин. Господин! Вперед! Император! Так, что он из армии-то осаждает? Ну, я думаю, еще вот одну вылазку мы успеем сделать. По времени. Ты, опять один к одному. Кого он там опять набрал? Вроде... Давайте сюда отходить. Ну теперь, как обычно, залазим сюда вот. Заходим на гору. Вы прям нас напугали своим копейщиком, своим агемами. Так, это у них кто здесь? Что-то опять он нам клюв выпустил. Никак не могу я на копейщика направить. Давайте сегодня, в первую очередь, агем уничтожим. А с клерухой мы в случае чего как-нибудь разберемся. Отступает. Расстреляли мы его элитные отряды, сразу отступает он. У нас безоговорочная победа. О, мы даже больше тысячи, по-моему, или нет? Нет, по-моему, чуть поменьше тысячи мы уничтожили. И ну и все, на этом будем завершать мы нашу очередную серию. Сегодня, кстати, получилось у нас две серии даже заснять.
две серии. Так, ну ладно, в следующей серии, я думаю, мы, возможно, возьмем не комедию здесь. Кстати, здесь можно пока воспользоваться, пока у него нет войск, можно быстро взять не комедию, Сарды, Пергам, Галиказнас. Правда, у нас только армии нету. Ну, если, конечно, из Родоса еще вывести. Здесь тогда никого не останется. Халкид еще не готовы. Ладно, там посмотрим. У нас, в принципе, еще есть Кидоний. Посмотрим, как у нас дальше все получится. Так, здесь у нас опять селевкиды нам блокируют здесь дорогу. Стали у них здесь сразу несколько армий. Убийца готов! Кто умрет сегодня? А, ну убийцы мы уже ходили, да? Ну все, на этом мы завершаем нашу серию. До новых встреч!